Сегодня состоялась традиционная еженедельная планерка с руководителями отделов администрации района, главами сельских поселений, представителями Роспотребнадзора, МВД, ЦРБ под председательством главы администрации Заура Хамирзова. Планерка началась с главного – предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории района. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кашхабльском районе по состоянию на 19 октября доложил представитель Роспотребнадзора Василий Слюньков. Всего больных 297 человек, лабораторно подтвержденные 486, клинически 11 человек. Выздоровело 382 человека, на лечении находится 107 человек. Из них 25 ковидной пневмонии, умерло 8 человек. Что я хочу сказать, по данным, сейчас динамика идет, что идет увеличение по очагам. С каждым днем все получается прибавление и прибавление. Связано, я думаю, конечно, не только с массовыми мероприятиями, а то, что соседи друг с другом общаются, в основном вот такая получается динамика. И по населенным пунктам у нас что получается? В Кашхабле 38 случаев, в Бичевсине 24 случая, в Гирухае 4, в Майском 9 случаев, Хутор Красный 1, Натербово 9, Вольная 6. Хатимзи 6, Ходзи 6 случаев, Дружба 2 случая, Чехрак 1 случай, Игнатьевский 1. Контактных по очагам всего 287 человек. О принимаемых мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции при проведении свадебных мероприятий и похоронных обрядов рассказал первый заместитель главы района Руслан Ямыков. Он отметил, что совместно с представителями МВД, главами сельских поселений проводятся на постоянной основе профилактические мероприятия, в том числе и беседы с жителями. О проводимой работе в сфере экономики доложила заместитель главы района Марета Тугланова. На прошлом планерном совещании было обозначено, что мы должны провести мероприятие по недопущению требований, по требованиям Роспотребнадзора. На сегодняшний день всего проверок сделано 379 за неделю, из них 72 проверок. Составлено протоколов у нас за неделю 6, направлено в суд 13 протоколов. Получается, на этой неделе мы еще 6 направим в суд. Глава района Заур Хамирзов призвал всех строго соблюдать рекомендации и предписания, которые дают специалисты Роспотребнадзора. На пятницу у нас было 88 больных, из них 11 были на стационарном лечении. За 3 дня посмотрите, как динамика изменилась. Уже 21 человек на стационаре, 107 человек больных. Вот это то, о чем мы с вами говорили, то, о чем мы обсуждали. Рост идет, и он идет, рост очень-очень значительный. Если у нас по системе образования заболеваемых практически не было, особенно среди детей, вот в конце недели пошел рост. Еще раз. Самые жесткие требования по соблюдению норм стандартов. На совещании были рассмотрены и другие немаловажные вопросы, касающиеся жизнедеятельности района. Это готовность образовательных учреждений к отопительному сезону, поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и бюджеты поселений и так далее. По всем рассмотренным вопросам глава района дал соответствующие поручения и указания.